для тех, кто, ну, кому гость пришла. Это что, доход или расход? Семья купила для кого-то. Купили подарки. Они денежки потратили. Они денежки потратили. Да, потратили. И отнесли подарки. Расход. Правильно, Катя, правильно. Вот. А еще мама на работе быстро сделала какое-то важное поручение, и ей за это дали премию. Это доход или расход? Доход. Доход, да. Семью поступили денежки, да? Хорошо. А в семье заболела собака. И пошли к ветеринару, и ветеринару заплатили денежки за лечение. Это доход или расход? Расход. Расход. Да, расход. Молодцы, игра! Давайте посмотрим друг другу. Вы молодцы? Да. А сегодня мы будем разговаривать про банк. Вот у нас такая тема — банк. Кто был когда-нибудь в банке из вас? Катя, Ваня? Были? Да? В каком банке, Ваня, ты был? Я. В папином банке? А он у тебя работает в банке? Да. А, ты был в папином банке. Подожди, а как папин банк называется, знаешь? Россия. Как? Россия, Банк России. Ну, а ты в каком была? Банк России. Тоже Банк России. Так, а какие банки вы еще знаете? Может, в рекламе видели, какие банки есть у нас в нашем государстве? Государственный банк у нас есть, Центральный банк всего государства. Правильно, так. А еще у нас есть Сбербанк. Слышали? Ага. А еще есть Внешторгбанк, Россельхозбанк. Слышали такие названия? Нет. Даже по телевизору, да? По телевизору слышали? Я не знаю. А что же это такое банк? Банк — это без рублей. То есть там хранят, там живут деньги, да? Правильно, Ваня, там много денег. Ага, в сейфах хранятся деньги. А зачем люди посещают банк? Вот вы ходили с родителями? Чтобы заплатить деньги. За что? За что можно в банке заплатить деньги? За предметы. За предметы? То есть банк — это магазин? Можно там заплатить за что-то купить в банке? Карточку. То есть можно в банке с карточки за что-то заплатить, за какие-то товары, за услуги, но в банке товары не купишь, да? Угу. Просто можно через карточку перевести эти денежки, да, в магазин, да, в котором, или, допустим, куда-нибудь за путевку. О, да? А еще можно такой большой... такая небольшая касса. Угу. Там приходишь в магазин, вот, и там платят тебе. Платят. Ну, вот такая маленькая, где денежки. Касса, да, ну. Да, и там... Приборчик такой, куда карточку вставляют. Да. Точно. И покупают любую вещь, угу, даже дорогую. Через карточку, да? Вставляют карточку. А есть еще золотая карточка. О, а как же в магазин поступают денежки с этой карточки? Откуда они там берутся? В магазин потом. Это ж в магазин нужно денежки отдать, правда? Как вы думаете, откуда появляется в магазин? Вставили карточку, и почему-то магазин решил, что ему заплатили. Почему это хорошо? Потому что... на карточке много очень денег. Угу. 250-300 миллион тысяч. Ну, у кого какая карточка? У кого сколько на карточке денег? Да? Смотрите, на самом деле это банк переводит денежки с карточки в магазин. Да, с карточки в магазин. Вот так вот. А что же еще можно оплатить или что-то сделать в банке? Мы сейчас с вами увидим, посмотрим. Вы смотрите внимательно, чтобы запомнить, что же люди вообще делают в банке, зачем они туда ходят.